Это выезд из Петрова. Новая дорога, новый асфальт на участке дороги между Александрией и Петрова. Правда, не на всей дороге, а сделали кусочек перед въездом в Петрова. И кусочек перед Чечелиевкой. Между Петровой и Чечелиевкой там была убитая. Сразу выезд в сторону Александрии с Петрова. Вот такая дорога идеально сделана. И потом еще кусочек перед Чечелиевкой. Все, тут уже новый асфальт заканчивается. Тут буквально метров, может, 500 нового асфальта. Работает дальше, он, техника стоит. Возможно, здесь сделать новый асфальт. Дорожная техника. Кусочек асфальта покажу нового. Он стоит, знак ремонтной работы. Здесь, если едешь от Петрова в сторону Александрии после поворота, кусочек сделан на дороге до Чечелиевки. Тут была плохая дорога, ямы. Сделали идеально. Если бы так всю дорогу до Александрии сделали. Постепенно делать. В прошлом году сделали кусочек дороги до Головкивка, до села Головкивки, до поворота Головкивки. В этом году делает кусочек дороги со стороны Петрова. Останется еще кусок посерединке сделать. Вот хорошая дорога. По этой дороге едут на Кривой Рог. С Александрии на Кривой Рог. Стародуб, Петрова, Кривой Рог. Такая вот дорога. Там еще, видно, техника тоже стоит. Еще доделывают.